пойдемте сходим в маяк. Появилась вот такая лимонница стеклянная. 189 рублей. В таком же варианте есть банка с крышкой. 1 литр 311. Набор посуды из 18 предметов. Вот состав. Есть голубой цвет. И вот в таком розовом. Цена 2179 рублей. Появились бомбочки для ванной. Так, создай. Это получается наборчик. 3 штучки можно сделать. 234 рубля. Появились паяльники. $149 рублей. Контейнер для специй здесь стоит 66 рублей со вставочками. 5 секций получается. Корзина для мусора. 10 литров 38 рублей. Кофе Якобс за 245 рублей 200 грамм. Также вот такие маленькие соусницы. 60 миллилитров за 51 рубль. Имеется бульонница стеклокерамика. 450 миллилитров 76 рублей. Также имеется вот такая сахарница. 260 миллилитров 137 рублей. Появились мягкие игрушки. Например, вот такой котик Лежебока. 70 сантиметров 759 рублей. Также имеются большие акулы 989 рублей и игрушки авокадо 531 рубль. Имеется автошампунь с полирующим эффектом. Цена 59 рублей за 1 литр. Вот такой ручной массажер для тела. За 98 рублей. И также в наличии степлер мебельный пластиковый. 154 рубля со скобами, 100 штук.